Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Ребятки, вчера мне пришло письмо с биржи CREX24. И это касается только российских граждан, кто зарегистрирован на этой бирже. Значит, давайте смотреть. Перевести на русский. Ну вот, привет, моя почта. Значит, что они пишут? Вы получили это письмо, поскольку вход в вашу учетную запись осуществлялся с российских IP-адресов. К сожалению, наша биржа не может предоставлять свои услуги резидентам России. Если вы являетесь, ну, гражданином Российской Федерации, пожалуйста, выведите свои средства с нашей биржи до 1 марта. Вы можете обратиться в нашу службу поддержки, вот ссылочка, если у вас возникнут проблемы с выводом средств. Если вы не являетесь гражданином Российской Федерации, проигнорируйте это письмо. Ну и с уважением, криптовалютная биржа CREX24. Что я вот вчера сделала? Я вчера все свои монетки, а то есть здесь у меня были биткоин-сатохи, и там комиссия, конечно, огромная, и я их что сделала? На бирже. Пошла вот в рынке. Сатохи перевела, а вернее, я купила 3x монеты, ну и вывела на Pair. Их как бы биткоин продала. Ой, за биткоин я купила 3x. Вот тут подогнала я свою сумму как бы. Я купила вот монетки 3x, и потом вот эти 3x я вывела благополучно на Pair. Вот. Теперь мне осталось здесь вот эти свои монеты. Ой, у меня остались монеты Zero. Сейчас поставлю. Но поэтому будет, ребятки, отдельное видео я запишу. Вот. Zero. Вот такое вот у меня количество монет. Я же с крана собираю. Ну, жалко им оставлять. Пусть 22 сатохи. Ну, бог с ним. Поэтому я запишу отдельное видео. А так, у кого что имеется, какие-то монеты на бирже, смотрите на рынках, на что вы хотите обменять. Хотите на 3x, на лайткоин. Ну, сами уже будете смотреть, какая минималка, где у вас на вывод. Если что, выводите. Вот. Я, конечно, биржу удалять, я ее не буду. Я посмотрю после 1 марта. Попробую сменить IP-адрес и сделать вход как бы с измененного IP. Что будет? Ну, в любом случае, я уже здесь сюда ничего уже заводить не буду. И потом, конечно, я это все ее уже удалю. Зачем я буду уже тогда при смене IP это все? Жалко, конечно, но что поделать. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.